162 белорусские марки получили разрешение на экспорт продуктов питания в Китай. В 2023-м увеличилось количество поставок отечественных мясных консервов, кондитерских изделий, молока и шоколада. За текущий период этого года объем продаж товаров из Беларуси в Поднебесную почти 2 миллиарда долларов. Комитет госконтроля Беларуси проводит горячую линию до 19 октября. Специалисты проконсультируют по вопросам оказания услуг в получении кредитов и займов. Актуальные темы можно обсудить по телефону 191. Информация принимается с 10 до 17:30. Также о проблеме можно сообщить в чат-бот официального телеграм-канала. В Беларуси до конца месяца проверят маршрутки и такси на соблюдение правил. ГАИ проведет рейды совместно с транспортной инспекцией. В осенний период увеличивается число аварий. Самые частые причины – превышение скорости, посадка и высадка в неположенных местах, перевозка слишком большого количества пассажиров. Сборная Беларуси по биатлону продолжает готовиться к зимнему сезону. 20 октября участники отправятся в Ханты-Мансийск, где будут тренироваться около 2 месяцев. В планах у спортсменов завоевать Кубок Содружества, зарядиться спортивным духом и получить положительные эмоции. Турнир стартует 15 декабря. В Бобруйске организован пункт проката средств реабилитации. В них входят инвалидные кресла-коляски и ходунки. Обратиться можно в территориальный центр социального обслуживания Первомайского района. Услуги оказываются на безвозмездной основе во временное пользование по заключению договора.